Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В пятницу в Самарской области малооблачно и без осадков. Тепло. Температура днем плюс 16, плюс 19, ночью 10-12 с плюсом. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 16 градусов, в темное время суток плюс 11, восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти облака, днем плюс 16, ночью плюс 11 градусов, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, плюс 16 в дневное время, ночью 12 выше 0, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.